кто в домике, кто в теремочке живет. Ку-ку! Папа, я тоже хочу идти спать. Мне очень нравится этот домик. Кристина, возьми меня с тобой. Ой-ой-ой, что это за страшилище? Ай-яй-яй, это Гренни, спасайтесь! Ай-яй! Всем привет, друзья, на канале принцесса Кристина. И сегодня у нас видео, как мы будем делать дом из воздушных шариков. Всем привет, друзья, вы на канале принцесса Кристина. И действительно, сегодня у нас день шаров. Да. И что мы будем делать, Кристина? Конечно же, замок. Замок из воздушных шаров. Сколько у нас много разноцветных шаров. Кристина, ну что, ты готова? Да. Приступаем. Конечно же, для строительства нам понадобится фундамент. Конечно же, как в любом доме, нам сначала нужно сделать фундамент. И мы начнем строительство. Кристина, расскажи, как мы соединяем наши кирпичики, наши шары? На чем они у нас держатся? Они на наклеечках. Вот такой у нас двухсторонний скотч, и с помощью его мы делаем ряды. И потом будем делать колонны. И, да, конечно же, у нас будет крыша. Первая часть уже готова. Да. Покажи, что мы склеили. Вот. Вот, вот такой целый у нас часть фундамента. Да. Давай его ложить вот сюда вот пряменько, и будем крепить к нему колонны. Ого-го, Кристина, что же уже получается? Целая стена с колоннами. Да. Еще немножко осталось, но уже вырисовывается контур. Кристина, какой огромный домик получится. Я почему-то думал, что он будет меньше. Но он у нас гигантский получится. Да. И внутри можно будет находиться и что-нибудь делать там, играть. А может быть, даже друзей пригласить. Друзья, ставьте лайк, если вам нравится это видео. Подпишитесь на мой канал и ставьте лайки. И подписывайтесь на наш инстаграм. Ребята, смотрите, какой у нас огромный дом получился. Ого-го, Кристина, он даже в камеру не влазит. Какой действительно огромный домик. И что у нас осталось, Кристина? Вот этот шарик. Мы завершаем крышу. А ну-ка покажи, синяя крыша у нас, верхушка будет. Какой огромный теремок получается. Да. Вот это да. И что, и стены там даже есть. Да. И окошки. Вот окошки. Но мы попозже покажем изнутри его. А пока да, осталось вот совсем это, чуть-чуть. Ну что, там все получается? Да. Круто. Ну что, ребята, как вам наш домик? Домик готов. С крышей, с стенами. И сзади у нас ход. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Новоселье, новоселье. Кто в домике, кто в теремочке живет? Ку-ку! Кто там, Кристина? Можно к тебе в гости? Да. Давай-ка посмотрим, что здесь у нас внутри. Ух тышка, как здорово! Цветной домик получился. Ну как тебе, весело? Да. Может, ночевать здесь будешь? Да. Будешь? Да. А друзей возьмешь с собой? Привет, Кристина! Как вам там живется? Собачка выпала из окошка, поднимай ее! Вот такой, друзья, у нас получился домик. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк. Обязательно напишите в комментариях, что вы делали из воздушных шариков. Возможно, какие-то фигуры или что-то еще интересное. Что ты там носишь ей, Кристина? Будете кушать? Это что, капкейк какой-то? Да, это кексик. А ну-ка, дай я к тебе в окошко сюда загляну. Кексик, ух ты, еще один дружок. Да. Здорово. А может, мы выключим свет и включим внутри фонарики? Давай. И посмотрим, как наш домик будет светиться. Давай. Давай. Кристина, наступила ночь, и у вас внутри горит свет. Тебе там все видно? Да. Как интересно получается. Можно играть в театр теней. Здорово.
Ой-ой-ой, что это за страшилище? Ай-яй-яй, это Гренни, спасайтесь! Ай-яй-яй-яй-яй! Кристина, ну ты всех наших подписчиков напугала! Гренни, Гренни, убегаем! Как здорово! Друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. А нажимайте на красный колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все верно, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Нам это очень важно. Напишите, что вы строили из шариков. Что вы делали из шариков? Напишите, что вы строили из шариков. Пока-пока. Пока-пока.